190-й клип, продолжение истории Одиссея, то есть Улисса. Она на собственный разбор, как и все тексты из хрестоматии Яна Анова. Ну и здесь мы узнаем, что Улисс решил обманом все равно, значит, победить Полифема. «Sed Ulixes etiam id opus difficile non vit, sed dolo confecit». Ну и вот он его спаивает, говорит, что вы именно Немо, то есть никто. И, соответственно, они собирают эти колы, собирают, которыми они ослепили циклопа, то есть его единственный глаз уничтожили. Ну, тут разные слова, типа «суди скол» там и прочее. Они тут поясняются в самой хрестоматии, которые важные. Дальше Сенека, начало шестого письма к Луцилию, которое я примерно на две части разобью. То есть это первая половина, следующая половина в следующем занятии этого же цикла. «Интеллиго Луцили нон эмендарим и тантум сет трансфигурари». Я понимаю, Луцили, что я не только себя исправляю, но преобразуюсь. «Негхок промитто ям аутсперу, нигелин ме супарессек вод метандум сит». Однако я не обещаю и даже уже не надеюсь, что во мне что-то осталось, что во мне ничего не осталось достойного изменения. То есть он радуется, Сенека, что он себя каждый день меняет к лучшему, и фактически он считает, что он преобразуется тем самым, вот, осуществляет, так сказать, нравственное развитие. Но в то же время он думает, что в нем все равно остались какие-то вещи, достойные исправления. То есть он не думает, что он полностью совершенный, Сенека. То есть он постоянно работает над собой. «Квидни мульта габем, кве дебент коллеги, кве экстенуари, кве атолли». Разве немного у нас такого, что нужно исправить, уменьшить или увеличить? «Эт гок ипсум аргументум эст ин мелиус транслати аними, квод вице суо, кве ад гук игнорабат видет». И вот это, в принципе, доказательство также, что дух преобразуется, что дух развивается, когда он видит то, что раньше не видел, когда он видит свои недостатки вица, которые он раньше игнорировал, которые он раньше не знал, теперь он их видит. «Квибус дам эгрис гратулацио фиткум ипси эгрус эсек сенсерунт». Ну, некоторых больных нужно поздравлять с тем, что они сами себя ощущают больными. То есть даже вот это само, что человек постоянно себя критикует, находит в себе недостатки, в принципе, это тоже свидетельство о том, что он на верном пути, потому что, по крайней мере, он их видит и признает. «Куперам и так в этеком коммуникары, там с субитом мутационами, тункомиците ностре цертиорам, фидициям, габери цописам, или свере к вам нон спес, нон тимор, нон утилитати суе куре, дивелют, или скомкио гоминес мориунтур, прокио мориунтур». Я также желаю, чтобы вот эта ее внезапная моя перемена, то есть его быстрое нравственное развитие Сенеки, оно сообщилось, чтобы ты тоже участвовал в этой моей вот внезапной перемене. То есть Сенека ему рассказывает, как он сам над собой работает, с тем, чтобы его ученик, который является также и другом, чтобы он в этом как бы участвовал. Поэтому он рассказывает. Тогда я бы больше был уверен в нашей дружбе, тогда бы я начал больше в нашей дружбе быть уверенным. В ту истинную дружбу, в ту нашу истинную дружбу, которую ни надежда, ни страх, ни польза, ни собственная выгода не расколют. То есть, вот рассказывая все эти вещи, он верит в ту истинную дружбу, которая у них с Луцилием, которую не победят ни страх, ни надежда, не собственная выгода, ту, с которой люди умирают и для которой они умирают. Вот. То есть Сенека, он, как известно, дружбу очень высоко ценит и вот, соответственно, воспевает. То есть он говорит, что вот у них подлинная дружба прямо до смерти, ради которой все умирают, и ничто ее не победит. И вот она именно основана на том, что они совместно с Луцилием занимаются нравственным саморазвитием и друг другу об этом рассказывают. Ну, это его ученик, на самом деле, Луцилий. «Multos tibi dabo qui non amico, sed amicitia caroerint. Hoc non potest accidere cum animos in societatem honesta cupendi par voluntas trahit».
Я тебе многих назову, которые имеют друзей, но не имеют дружбы, у которых не хватает. Друзей у них хватает, но дружбы у них не хватает. Однако такого не может случиться с теми душами, которые честным желанием и общей волей соединены в сообщество. Ну, вот если так попроще, то этого не может случиться с друзьями, которые друг к другу стремятся с честными желаниями и объединены в общей воле, то есть хотят одного и того же. Ну, немножко так он, это так, кучеряво это все выразил. «Quidne non possit scivunt enim ipsos omnia habere communia, et quidem magis adversa». Ну, как может быть иначе, ведь они знают, что у них все общее, и даже их несчастье.